бежать. Совет. Тихо. Сейчас была поклевка. Сейчас включил камеру. Сейчас посмотрим, получится или нет. Хорошая поклевка была, но рыба не села. Вот с добиванием здесь никак не получается. Рыба не держится на одном месте. Она, видно, щелкнула и побежала дальше. Нету такого места, чтобы бросил, и снова там же она повторила. Она не стоит на месте, а все время двигается. Блин, это окунь, наверное. Или белая рыба. В прошлый раз у меня было так. Сидишь, клеишь рыбку новенькую, абсолютно, на вольфрамчик, куколку такую сделал, все, бросок. Щелк, щелк, вынимаешь, хвоста нету. Выкинул, сидишь, клеишь вторую, заклеил, подождал, пока она подсохла, поставил, бросок, щелк, второго хвоста нет. Так думаешь, блин, всего-то 8 штук в пачке, еще пару-тройку забросов и ловить нечем. Это вот окунь. Так бывает. Обезжиривает. Вот, наконец-то в кадре. Наконец-то в кадре. На всякий случай просечем. Ты куда пошел? Ты куда пошел, парень? К нам сюда. Тихо, тихо, тихо. Парень. Нам сюда. Вот. Какой красавчик. Его сейчас отпустим. Опс. Красивая. Да, ну вот, наконец-то случилось в кадре. Иногда бывает хороший клев, тогда идет все быстро. Иногда бывает, когда очень туго. Через 4, 5, 6 забросов.